Что, гасимся? А пробафаться дружно. А, точно, забыли. А маг надо. А, маг мне эти водичку сделает. Блин, я даже не успел нормально сделать. Ой, что там у тебя так шипит? Да, я звук включил слишком громко. Так, сейчас я звук отключаю полностью. Давай. Все нормально. В принципе, все равно не ПВП. Ай-яй-яй, убегает! А, держите его! Да посрать, он все равно никого не приведет. Тара-та-тара-та. А куда ты побежал? Не, просто я смотрю. С новым модельком какие-то мечи новые, что ли? А, не. Просто один так смотрит, сколько они. О, маг, отлично. О, ё-моё, простите. Что? Тупо. Ладно. Сейчас надо стрясти у мага водичку. Это ж традиция. Да, чем свою тратить. Все правильно. Так, на мозги пробафались. Ну, о, трейд кидает. Чего? Так не пойдет дело. Вообще топовый маг, он сразу должен кидать, без прошений. Хотя, может, он не успел. О. Так, а может, напиши ему, чтобы он мне лидера дал. А ты give me лидер. Не, ну что-то маг несерьезный вообще. Сейчас я вот это... Дынкин. Стой, я... Блин, я все же спулил, блин, я случайно хотел прицелиться только. Ладно, посрать, вытяни. А одного или двоих? Да двоих, там ничего страшного. Ну смотри. Да не, вначале это херня. Одного вы валите, да? Одного. Да, нормально. Так, я... О, арба. У меня двуручный этот. Блин, я выиграл, ты он. О, пофиг, продам. Я все равно же с двуручным посохом. Потажись там, чуть-чуть, захиляю. Все? Да, я готов. Так, смотри. Сюда их тяни, бомжей этих. Ну, так и делаю так, сюда. О, с ружьишка, памс. Одного, да? Ну. Хорош, все, обобрали бомжа. Не, Скарлет Монастырь, он интересный, он сама идея прикольная у них. Ну, только что они фанатики плохо, ну ладно. Да ладно. Зато у них тёлки вроде тут есть. Да. Значит, так не совсем монашеский у них, а аскетический образ жизни. Блин, ну маг какой-то, да, не дает воды. Оп, и сюда. О, видишь, тёлка. Да, сейчас назад все. Чё, нет, не стоит. Ладно, ой, троих. Всех. Ладно, массово не все. Массово агро? Да. Ну там просто. Он чисто мною может же отойти, чтобы тебя не ковыряли. О, видишь как. Так, на мне маг. Ничего не видно. Блин, какой-то масс-сет отдают мне костыни. Перезаряжают. Да нормально. Ё-моё, еще один. А сколько мы, четверых что ли положили? Да. Так, сейчас. Да, сейчас четверых. Я положу. пью. Дринк. Дринк. Маг какой-то бомж попался, мне 10 каких-то флакончиков дал ссаных. Несерьезно. Он, блин, он делать. Там маны даже много не надо. В жилах моих вместо маны лишь мне жопу прикроет латный доспех. Не. Давай, тяни. Песня про Вара, типа, он тоже слышал. Офигенная. Вар прикольный класс. Ну только шмот надо вообще хороший все время. Слишком требует шмот. Скарлетов у них на знаменах какой-то огонек такой, типа. Ну.
Ой, зайцы бегают. Блин, ну что делают? Берут, сержаются. Пофиг. Да. Одиничного так завалим. Главное зайцев вот этих убивать. Оп. Так, сейчас я тут. Давай. Фонтан все прыгать. Фонтан прикольно. О, смотри, он обходит. Ну. Фига себе, какой грамотный чел. Все, набрал рагу, погнали. О, стояки. Видел, как паладин, получается, весь карлик заходил, ну, заходил, полностью весь собирал вместе с боссами, потом все массово убивал. На ваниле? Да, на ваниле прям. А потом еще видел на быка, типа так делали, он там уже Стормградскую тюрьму. Там вообще фигня. Он тогда и в эту Черную гору так забегал. Хм. Это уже на этом, на быка было. Так, сзади маг. Кто-то сагил мага. По-моему, маг сагил мага. Да. Ой, нет, ёпта. Сагрили этих. Ёпта. Замес мы люты попали. Да тупо, что они вот этого чувака на лестнице сагрили. Самый бред, блин. Похер, мне главное, чтобы танк был живой. Остальное до жопы. Одного в овцу превратили, нормально. Тык-тык-тык. Этого. В воде топчемся, как бомжи какие-то последние. Как бой в грязи ездит. Да. То же самое. Только мы фонтанчики. Ой-ой-ой. Сейчас нет, шо, фонтан не сыграл. Типа, как ВДВ. Значит, да. Фонтан. Глотвлака с песней за ВДВ, знаешь? Mm. За ВДВ. Mm. Я поднимаю свой бокал, я купаюсь. А фонтане. А видел это видео в прямом эфире, там, типа, на день ВДВ в этом году? Нет. Там мужик такой, мемчик еще был, такой пьяный, берет либо... А, это, конечно, видел, да. Так, мне я просил по мане. Так, у нас три вара. У тебя только один конкурент. Угу. Главное, если молоток выпадет, это вообще хорошо. Так, все, мана. Написал, видишь, what the fuck, градар, мне типа написали. Да нормально все было весело. А, зачем тебе этот ТТ? Да, весело тут. Все культурно у них. Погнали. Цивильненько. А, ну сейчас такой бот будет немножко. Тут да, этих выпуливать надо. Главное вот этого пульнуть, а потом монашек фонтан этих. С фонтана уже всех собирать. С фонтана проще. Да, вот все на классике все вары с этими топорами, блин. А мне еще вот и нравится топор, который вот, ну, красный выпадывает. Он у меня есть, у меня и дубина Магрейна есть. Я всех собрал все. Но мне топор выглядит нравится, вот эта моделька сама. Как у тебя фиолетовый был, помнишь? Mm, да-да-да. Вот такая моделька красивая. А этот, кстати, топор такой... упал Паше Водяному, упал. Буквально он пришел в локацию Фералас и со второго моба упало. Ты повезло. Да, и он мне его дал. Это вообще круто, потому что, блин, я его смотрел, как он стоит по 300 голд. Мог вообще переодеться потом уже на 60 уровне, даже шмот там купить себе. Чтобы уже а там меньше 1% падает с мобов. Это просто подвезло так. Да, реально вот фартануло. Да, Скарлетт, конечно, веселый, веселый. Опять мы в этот бассейн что-то, давай. Оп. Да, нет, туда, наоборот, туда лучше. Нет, из всех тут. Я кролика убил. Мало ли. Прыгники взяли сюда, забежали. Вообще лучше вон оттуда еще вытянуть, если когда мы вот сюда будем на улицу тащить. Так всех надо, вот кто рядышком. Ну. И все. И опыт еще идет. Но видишь, на ваниле в инстах фигово качаться. Левел набивать, медленно идет. Ну, самое хорошо, когда синяя полоска есть.
Ну, X2, да, на отдыхе. Нормально разбираем, так чё. Бутылочка упала. Да я тебя отхилю. Одного стянешь? Я на банку сяду. Давай, давай. Корова вообще не понимает, что происходит. Что-то стоит в фонтане. Вот опять вот берут, прыгают, потом удивляется, что-то еще. Что рагу не можешь набрать? Да. Или самое тупо берут, какой-нибудь рога подойдет, ударит. А тебе надо агро набрать. Не получается. Потом еще новое, что их убили. Да пофиг. Так, нам с той стороны. Да, да, давай. Кто на траве всех. Блин, такое чувство, что в Вове графика улучшилась, не? Или ты что, я давно не играл? Может, скорее всего, давно не играл. Ну. А видел видюхи там? Под Директ 11 такой красивый Вов локации. А, да, что типа там как, ну... Движок типа. На новом движке, да, я видел. Да, охрененно, вот если бы так там сделать. Там только этот, Duskwood там вроде только был, и этот Эмпорус, так, сейчас он... Duskwood и этот, Duskwood, Шторм, потом этот, Эльвинский лес. Я представляю, как Шторм круто выглядит, он так, такой город. Ну, мой любимый город Шторм, он красивый, да. А Гримар он бомжовский такой. Да, он такой, как деревня большая. Но. А тут реально средневековый город такой. С замками. Ну это Гримар чисто мне нравится, что еще история с Фиксаром, помнишь, ну, третьим вареньчиком. Да, основание Дуратана там. Дуратара. Там Газло вот эти были. На как он? Начальник пограничной стражи Назград или как он? Назград. А, там как-то лагерь называется. Тралмар, по-моему. Да, как-то так. С Тралом что-то связано. Тралмар. Мне нравится в этой локации музыка такая, она прикольная. Блин, да, сейчас Верноботы самое страшное. О, это да. Да, да, да. Я когда первый слышал, ну так жутко было. Там же еще возле портала дерутся. Это вот проклят, как он, легион и да. Чуваки эти, ордынцы и альянсеры гасятся. А, и там еще дорожка устлана черепами, костями. Да, длинная. Угу. Это когда орки там вырезали же этот путь. Только, и как там путь называется, это я не помню. Не, ну там же на карте эта местность называется. Но. Как-то. Я тоже не помню, давно не играл. Да, прикольно сделано, Дриней. А вообще там сначала типа они же как предполагались типа демонами, ну еще когда третий варик был. Типа что Дриней типа как демоны. Ну вот Эридары именно как выглядят. Вот типа Килджейден вот такие. Ну они же да, похожи на Дриней. Да, а Дриней должны. Ну они как бы есть Дриней, типа только демоны. Ну это самое крутое это было. Ну. Эти Дриней, которые, помнишь, в третьем варике были, как называли? Ну, такие, я знаю, такие, как такие уродцы эти, да-да-да. Там они тоже есть, такая какие-то, типа, отупевшие, называли это так. Отупевшие Дриней. Короче, сейчас надо ману... Дриней скверные или что-то там, я не помню. Ну, это, типа, Гул'дан, когда на них порчу навел, типа, на Дриней, это такие настолько деградировали, а некоторые как Акама стали. Ну, вот эти, с рожей такой тупой. Плоской. Я готов. Так, все. Так вот сюда. Это ж тут типа в этом, в стене нежить. Тут секретный да, да, босс. Да. Да, тут. Ну не секретное такое типа. Ну первый раз по-любому был секретным. А с ним редко что падает. Там какой-то ул с него есть, я не помню даже что. Хотя вот прикольно, когда Вов вот только начиналось, чуваки познавали вот методом научного тыка. Вот. Куда ходить, чего ходить. Вот это весь. Где что находится. Охренеть может. Я представляю, как первый раз чуваки проходили этот... Ой, как же он называется? Где кентавры инст этот? А, этот что ли? Как?
В Барнсах? Запутан. Не, не в Барнсах, вот где. А там Иглогриф. Не-не-не. Которую я понял, ты про это что ты говоришь. Ой, как же он. Ну там дриады ходят такие. Да, да, это в этом, в лесу, это где-то. Не в лесу, где эти. Кладбище кода, пусто, пустошь, по-моему, как называется. Да ё-мо, как же называется-то инста. А, это вот я сейчас ходил, где принцесса. Марадон, была. Марадон. Да, где принцесса, Марадон. Нет, самый. Нет, он таким всегда прикольный, он как рейд. Только он это как. Портал надо открывать поближе, полностью если не проходить, чтобы стоит что-то с принцессой надо. Ну да, в основном хилам надо туда идти. Там принцесса стрёмная. Да, очень стрёмная. Я бы такую не спасал. Так, нет. Ё-моё. Нормально, какой-то это... Пайсали, это... Аббатас. Свечение. Уже чё, двоих там? Да, тут, ну, как одного зафи... зафирили, превратили. А, я понял. Короче, зашиповали. Сама тупо, я это... решил проверить, ну, старый баг, что, типа, можно было эмоцию использовать, там, курицы, типа, у тебя это... из этой выйти. Как из овцы. Ничего-то не получилось, нифига, меня убили. Специально макрос сделал себе, чтобы... А тренька какая-то у кого-то скидывает. Уроги, наверное. Увара не скидывает. Это, Увара скидывает, по-моему, только что тебя на МС режет. Ой. Мака еще жопа содержает. Нормально, нормально. Наверное. Ох, как она, по-моему, дала. Мне еще нравится вот у них шлем вот этот скарлетовский, ну с крылышками, прикольно. А, ну. Еще в Арике третьем он был. Ну этих командиров, которые там были. Да, да, да. Там еще ж какой-то капитан, чувак был, он все. У него фраза там: мы идем уничтожать не людей. Гаррисон, вот Гаррисон. Сержант Гаррисон, по-моему, звали. Да, он на коне был. Еще он ворфов ненавидел, ну и другие раз, кроме людей. Ну так эти ж. Монастырцы, они ж всех рас не любят, кроме людей. Ну да, то же самое. Как такой некий куклукс-клан. Да. В мире Варкрафта. Ну, чем-то похоже, да. Они ж там, типа, против плети потом начали по всем загоняться. Mm. Так. А методами такими же, как и арт, используют. Еще не заразился, но все равно убьют. Mm-hmm. Так, надо выбежать. Только с Магрейной перчатки падают и щит. Но они мне нафиг не нужны. И булава. Да, и булава. Ну, у меня все это есть, кроме щита. Значит, мне не нужен, я тогда отказывался. Ну, мне, в принципе, шапка... Да мне и молот не помешал бы на хит. Там он, по-моему, что-то давал на хил. Насколько я помню. Если надето, ваши хилиаческие способности увеличены. Да, там молятся. Да, они там молятся, бедолаги. У них с ружья тут орки стреляют. А. Недавно видео дренорские вот эти, помнишь, реклама раньше была, ну как это, владыки войны. Да-да-да. А, как истории вот эти, мне нравились. Жанр этот, как он? Анимационный комикс. Да-да-да, вот это. Вообще было офигенно. У меня есть в планах такой херней замаяться, но долго это рисовать как-то. Не, еще было прикольно, знаешь, как типа машине моделают, типа как фильмы вот вариком. Ну, на движную это модельки вырезают, типа, да-да-да. Ну, у меня есть программа эта. Или просто когда берут вот так, типа, кто-то стоит рядом вот, и снимает, типа, знаешь, присядут, что-то снимают, ну вот так кто-то идет на камеру. Вот фильм же есть вот этот там. Незаконченная история 3 или как она там? Несказанная история. Не понял, ты тоже слышал, типа, да. Ну я смотрел там, типа, про Лича, да? Да-да-да. Да-да, я видел. А мы еще, я не знал, как это делать, я такой не понял, как это они оружие так сделали, что летит, ну. Я думал, это в самой игре снимали, то есть, чуваки реально договорились с пацанами, там, давайте вот. В такой-то потому момент что... вы там эмоции сделали, а потом, ну, я узнал, что это, оказывается, вот это, через программку это. Все намного проще.
А я реально думал, там вот они по скайпу сидят, разговаривают. Так, давайте помахни мне рукой, помаши. Вот так вот. Это было прикольно тоже. Ну да, это было вообще бы жопельно, если так. Ну я не знал, что вообще что такое. Это... Так, надо перебафаться. Да, у меня уже закончился баф. Как будто римляне. А, и аккуратно смотри, это справа там келья. А, прибежать могу, да, кстати, вот этот. Тоже может быть неприятный момент. Чемпион еще вон там стоит. Гады, чемпион. Там их. Там две монашки молятся, и это чемпион стоит, да. Блин, все на чемпиона. А-а-а-а! Ладно, сейчас жопа. Ой, монашки все, жопа. Просто на себя все. У тебя банка есть еще что? Так. Нету банки. Блин, а у тебя еще маны нет. Может тебе быстренько банку? В трейд кинуть. Давай. Туру ту туру ту ту. Давай быстро 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 быстро. Взял? Да. Отлично. Сейчас, блин, надо еще забрать. Ну ты ее, блин, маг проседает, хер с ним. А он в эту в кору, ладно, пускай сидит там. Главное Магрейна не спулить. Ну там, блин, не спулится. Нет, заберут, заберут. Еще надо вот этих даунов забрать. Давай. Так, банка, ты не юзанул? Нет, не юзанул. Ой. А не, я только натяхил. Ману на тебя берегу. Так, кстати, опа. Я могу тебе банки с банка отдать. Банки на, с банка. На ману? Да, на ману там большие. Ну можно, можно. Так, всему потом можно придет. Эй, на тебя положил. Давай, давай, опа. Так, всех монашек перебили. Ну неплохо, чё, ну стопом так. Все, надо ману. Да, надо сейчас залутать все тут. Так, а мана. Рек. Регенчик. О, сейчас начнется веселье. Че? Ну, может, сразу с чержа. Подожди, подожди, у меня не фул мана. Да, почему я ничего не прыгаю, так просто поставил на него. Знаешь, на гопника похож, который на карте это. Ну да, и в штанцах таких. Пивасик попивает. Ну все, я готов, летай. Я въезжаю в стройку. О чем близуха? Я даже чисто на хил, я ману не буду тратить. Так, сейчас. Хотя можно, что бы. На два скилла. Сейчас тёлка выйдет, эта дура. Блин, у меня оглушение. Он сейчас бабл. Бабл выжил. Не прожимать ничего. Просто только меня хилит. О, нормально, у меня здоровье не просел. Замечательно. Ну, мана а он, видишь, он уклоняется, он не бьет себя. Ну. О-о-о-о-о-о. Сейчас пошел бить. Все, вон эта дура выходит. Ну такая тоже симпотная стерва. Ну. Ну что? Она мне в колготах своих чулка. Шапку пускай дает. Шапку, да, дура, дай. Она сейчас мы ее бьем, она нас усыпит. Да-да-да. А еще ХП восстановит. Бей всем. Все, о, вот, пошел скрипт. Потому что до пол ХП типа доводишь, и она сейчас ХП, да, сидит, регенит его. У меня вот эта дубина. Вставай, ну чем-то. Все, и мы фуловые пацаны. Вы кого фокусите, Магрейна или бабу? Бабу, бабу. А баба какого левела? Они, и он вдвоем 42-й, нормально. Да. Ну что, налечит. Ну, да, да, да. Да. Касту сейчас сбивать. Так. Да, сбивай касту. О, все, я упала. Ой, ну, да, пойдет. Забирай, забирай. Тоже пойдет. Главное, чтобы тебе выпало, не мана. Есть, я. Есть. Там вообще молодец. Что он там? Всем выносливости, всем вообще красава. Ну, замечательно. Так, ладно. Ну, все, Магрейн, извини. Хороший персонаж, такое дело, прикольно замутил, но... Видишь, он уже сдался, что ему впадло бить нас. Да, просто даже не бьет. Вчера такой же баг на боссах был. И щит, ну, щит на продажу. На продажу тоже, мне нафиг не нужно. Сейчас корове выпадет, или этому. Магу.
Нет, ну чё же один бой. Аегис. Эвиц. А что у них? Да. Давай посмотрим. Торин. Так, а ещё одна карта выпала. Ну он так выглядит чисто как со Скарлетт с Мгинем. Да. У меня тоже он был на этом, на паладине. Прикинь, я с ним бегал, чтобы лечить. Ну в итоге я сейчас в этом... Ну, где принцесса, есть же, в принципе. Угу. Там выбился этот крутящийся такой, типа шестеренка щит. А, знаю, да. На интеллект, как у этот, у гоблинов. Ну чё, красиво прошли, ни разу никто не упал. Выпили, выбили этот нек. Пойдет. Ну.